Для удобства будущих контрактников все процедуры максимально упрощены, занимают небольшое количество времени. От явки в военкомат до отправки к месту службы может уйти менее недели. К кандидатам, которые обращаются, самые простые требования предъявляются. Это возраст от 18 лет до 60, а при наличии особенно важной военно-учетной специальности до 65 лет. И категория годности здоровья. Для многих служб по контракту не только возможность реализовать свой патриотический потенциал, но и получить хорошее материальное вознаграждение и мощные социальные гарантии. Социальных гарантий очень много. Они есть и от правительства Кемеровской области, Кузбасса, и, в принципе, от правительства Российской Федерации. Это будут и кредитные каникулы для военнослужащих, участников специальной военной операции. Это и специальная квота для поступления их детей в высшие учебные заведения, а также в кадетские, суворовские учебные заведения. И еще очень много различных преференций. В настоящий момент при обращении гражданина в пункт отбора на службу по контракту требований по образованию ему не предъявляется, так как мы готовы рассмотреть каждого гражданина и найти ему воинскую должность и специальность в соответствии с его навыками и умениями. Медкомиссия тоже не занимает много времени. Требования по здоровью адекватные. Подходят группы А, Б и ограничено В. Желающие проходить службу по контракту проходят обязательное обследование в лечебных учреждениях. Приходит на комиссию, где проходит освидетельствование 8 врачами-специалистами. Российские вооруженные силы найдут применение для каждого из военнослужащих в зависимости от его образования и навыков. Здесь ограничений нет. Кроме того, перед отправкой войска проводится обучение. Ну, решил служить по контракту. Для меня это важно. Хочу отдать долг родине. Для того, чтобы встать на защиту Родины на профессиональной основе, необходимо прибыть в военкомат, муниципалитете по месту жительства или в пункт отбора на службу по контракту в Кемерове, Сосновый бульвар 3. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону 8 384 277 0757. Галина Ильина, РИА Ленинск.